Совершеннолетие дружбы – прекрасный повод поделиться накопленными знаниями с другими. Именно по этому поводу состоялся мастер-класс «Мода. Постоянные и переменные». К постоянным категориям моды относятся свойства одежды отражать род занятий и социальный статус человека. Переменные, в свою очередь, отражают дух времени, экономический и культурный фон эпохи. Опыта моря, это и показы, и съемки, это и поездки, и открытие магазина, и съемки, все равно, телепередачи, реалити-шоу. То есть есть опыт, есть багаж, и этим нужно делиться. Это своего рода такая профессиональная психотерапия, мы ее назвали. Поделимся опытом, поделимся практическими рекомендациями. И я думаю, что самые модные тренды, мы их обязательно озвучим, и те постоянные, которые всегда существуют в моде, которые нужно знать и на которые нужно опираться, потому что на них на все уже постепенно нанизываются все нововведения. Те, кто живет модой, и те, кто просто интересуется ей. Этот мастер-класс собрал истинных ценителей красоты и стиля. Я большой друг Александры Слезко и Натальи Андрияновой. Мы идем с ними по жизни вместе, создаем вместе настроение нашего города, могу так сказать, как глобально, если да. Мы очень любим моду, мы всегда в каком-то движении, в интересных проектах. И сегодня это такой дебют у девчонок, такой познавательный проект, новое что-то. Я считаю, что нашему городу крайне необходимы и не хватает интеллектуальных событий, особенно связанных с красотой, с миром моды. Ведь творить, создавать красоту – это очень интересно, здорово. Посоветовала моя дочь. Она сказала, что будет очень интересно, увлекательно, но сама, к сожалению, не смогла пойти. Ну, хочется, да, какого-то внутреннего вдохновения для того, чтобы и формировать гардероб свой, и деловой, и спортивный. И в том числе узнать новинки, которые придут, и поговорить о том, что такое костюм исторический, да, как он преобразовывался. Узнать о том, что будет нового у нас в весенних трендах. Тема дела, которую они подготовили, мне вот интересно саму суть ухватить, то есть, что бы хотели и чем поделиться наши две прекрасные девушки. Контрасты и нюансы современной моды, линии, цвета и фактуры, коммерческие тенденции и способы выражения индивидуальности. На этой встрече мода отражалась во всех ее проявлениях.